жуки абрикоса распускается. Может, все-таки нам что-то и останется. И как вы помните, сегодня, здравствуйте, сегодня у нас 3 апреля, на улице туман. Мишенька хотел и хочет, продолжает хотеть сварить супчик. Сходил в магазин, купил две луковицы, зафиксировались на цене 11 гривен, луковицы небольшие. Купил мексиканскую смесь для супа, пускай будет, никогда не покупал. Хлеб еще социально не привезли, но купил за 16 гривен. Съедим, порезанный уже. Купил яблоки фасованные, тоже пригодятся, дешевле не бывает. Что еще? Картошки. Картошка пускай будет. Как всегда говорил, буду. При советской власти читал Цветаева. Он был в командировке в Англии. Англичанин спускался в магазин, покупал одну картошку и варил суп. Ну, я почти англичанин, даже круче. Я купил 5. До англичанина мне еще далеко. Что еще? Наверное, я выйду. Не буду варить сегодня суп, сварю завтра. А сегодня все-таки, наверное, съезжу в Дубовую рощу. Красиво пройти по туману. Такое время. Красиво. Главное, как говорится, в туманную погоду, чтобы был передний темный план. Когда есть передний темный план, фотография в туман очень и очень смотрится. Вот так. Я так подумал, такой мастер, как я, найдет сегодняшний сюжет и в нашем парке. Хотелось бы, конечно, пройти с этим стабилизатором, но мы не будем ходить, у нас руки есть. Вот такая у нас горка. Не было у меня в детстве таких горок. Остановился Миша. Пошел потихоньку. Вот так, хоп, Миша съехал. Вот так, нельзя рыбками. Вот так, Александр со мной поговорил немножко и пошел по делам. Когда есть деньги, дела появляются. Так, Миша шлепать не будет по воде. До стадикама бы пошел. Ай, забыл я свой коронный вопрос. В такую погоду у мужика просить надо было. Это не вы тут тумана напустили? Он идет и курит. Мишенька, реакцию надо проявлять. Хорошая лужа. Цитирую Александра. Купили они зюзюм за 16 гривен. Я говорю, дорого. Он говорит, нет, зато Пасха будет вкусная. Правильно, на себе экономить не надо, тем более на Пасхе. Так, голубей я разогнал. Сашу тоже разогнал, пошел он своей дорогой, у него еще какие-то планы. Ну, а Миши планы, не знаю. У вас есть план, мистер Фикс? У меня есть план, мистер Фикс, или как там, забыл, как его звали, его напарника. Давай, пацан, вставай.